Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц истории России. Каждый прожитый день – это подвиг, память о котором должна передаваться из поколения в поколение. В рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» в образовательных учреждениях Самары проходят открытые уроки. Один из них состоялся в 175-й школе. Учащимся рассказывают о голоде и холоде военного времени, о том, как женщины и дети работали наравне с мужчинами, о защите Ленинграда советскими солдатами. Каждый должен знать о том, что было с его историей. Мне интересна эта тема, потому что в этой войне участвовал мой дедушка, и я хочу знать о нем побольше. В 175-й школе в 2007 году открыли музей боевой славы «Самарцы в боях за Ленинград». Сейчас здесь больше 80 ценных артефактов. Это подлинные ордена и медали. Всего же фонд насчитывает свыше 900 музейных экспонатов. В музее у нас 13 стендов, которые рассказывают о тех людях, участвующих в прорыве блокады Ленинграда. Например, Никонов Евгений Александрович – это герой Советского Союза. Детям очень интересно, когда мы рассказываем о событиях Великой Отечественной войны, все сразу говорят, а вот мой дедушка участвовал. В музее школы каждый месяц проводят встречи. Сейчас работники и активисты готовят выставку, посвященную Сталинградской битве. Мария Ильчан, Василий Колдашов. События.